Екатерина впервые приехала в историко-литературный музей-заповедник Пушкина в Вязёмах из Наро-Фоминска, но не как турист. Сегодня она преподает здесь основы живописи для ребят, молодогвардейцев, волонтеров и всех желающих. Самая главная основа вообще, в принципе, всей живописи – это найти линию горизонта. И уже от линии горизонта мы и строим все предметы. Участники пленэра «Рисуем с любовью к планете» под чутким руководством преподавателей сделали наброски парковых пейзажей, изобразили старинные постройки. В живописи открыли для себя много нового. Я узнала о перспективе здания, что, оказывается, самая сложная краска – это акварель. Живописец Анатолий Попов уверяет, писать картины может каждый. Главное – уловить идею и разобраться в красках. Нарисовать картину нетрудно, важно правильно смешать краски. Акция заключается не только в развитии художественных навыков, но и прививает любовь к природе, окружающей нас красоте. Кисти и краски, свежий воздух, исторические места, да еще и под звуки музыкальных инструментов никого не оставят равнодушными. Я педагог изобразительного искусства, поэтому эта тема для меня прям очень за душу берет. И очень прекрасно, что у нас есть такая молодежь, которая готова учиться. Это замечательное место. Мне кажется, даже если у тебя нет каких-то способности к искусству, то здесь, вот пройдясь по парку, наступает такое умиротворение, что волей-неволей ты захочешь что-то либо написать на холсте, может быть, стихотворение какое-то. Картины, которые помогали рисовать художники, выставят на аукцион. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Полина Бахова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».